Ну, собираться собираются, но прекрасно понятно, что за любым претендентом, кроме возраста, так сказать, и гражданства, должна стоять какая-то политическая сила. Я считаю, что Навальный ведет себя абсолютно грамотно, совершенно адекватно. Он набрал определенный уровень популярности, он сдал документы на регистрацию своей партии сейчас. Это уважаю этот поступок. Я считаю, что если бы он не сделал этого, огромное количество людей, которые в него поверили, были бы разочарованы. То, что касается паука, ну, простите меня, для любого актера это опять откозырка сплошная, бесконечная. То есть люди занимаются самопиаром, саморекламой, так сказать, и желают выступить перед потенциальными своими слушателями и зрителями в каком-то новом качестве и прибавить себе за счет этого какой-то популярности. А в принципе, я считаю, что пора действительно, вот Навальный, может быть, нам показал пример, что пора этим заниматься, что пора выдвигаться. У нас есть вот это, так сказать, идиотская, значит, я считаю, система, что здесь уже ничего невозможно сделать. Что все это конец, уже надо смириться, надо жить при этой власти, значит, закрыв голову руками, а половина, так сказать, интеллигенции словами известной песни «Пора валить», считает. Ну, это безумие, господа, такая страна. Кому мы отдаем эту страну? Кому мы ее отдаем, в какие руки, понимаете? Очень, очень всерьез надо, и чем больше сейчас будет этих претендентов, это не страшно. Отсеются на полпути, на двух третях пути, до выборов дойдет очень много. Но нужно, чтобы дошли достойные люди, а для этого нужно сейчас уже к этому готовиться, выдвигаться, заявлять о себе. Вот идти, я считаю, дорогой Навального, это хороший путь, хороший.